Меня зовут Ренат Бояршинов, мне 33 года, работаю в Театре юного зрителя, город Красноярск. Вообще, я верю в какое-то провидение, что ли, какую-то судьбу, книгу, в которой все написано. Просто какое-то стихотворение, которое я прочитал в детстве, выучил в 3 года, оно мне стало проводником, ключом. Никогда не смогу смириться с возрастом, наверное. Мы с другом раньше любили гулять по городу. В общем, я из маленького города Очер. У нас есть плотина, пруд, и утром заливает все туманом. И мы любили поутру вставать на гору над городом, вставать, встречать рассвет и просто созерцать, как это все происходит. Получали по жопе от своих жен, типа, что ревете, а нам просто хорошо. И Карлос Кастанеда сказал, что это один из врагов воина, которого никак не победить. Ну, я так думаю, что все равно он меня когда-нибудь одолеет. Нужно будет просто принять.